Пригожин был одним из тех, кто попытался уже значительно позднее, уже где-то в конце 90-х годов, слегка нажиться на группе «Король и Шут», которая тогда была очень популярна среди неокрепшей умами молодежи. Вот. С этим связана известная история, как, собственно, не то «Король», не то «Шут» по фамилии Горшенев, как он помочился на Иосифа Пригожина, который... Да, причем так очень обильно помочился на Пригожина из-за того, что Пригожина не отдал группе «Король и Шут» причитающиеся ей гонорары за продажу пластинок. А Пригожин тогда ведал такой обанкротившийся потом, ну, по-видимому, просто разворованной фирмой грамзаписи ОРТ Рекордс.